В ночь субботы на воскресенье неизвестные обстреляли машину скорой помощи. ЧП произошло по адресу улица Космонавтов, 12, куда бригада врачей прибыла на вызов. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области, после того, как медики поднялись в квартиру больного, раздался звук выстрела. В автомобиле на тот момент находился водитель, который, к счастью, не пострадал. Пуля пробила только стекло машины. На место ЧП были вызваны сотрудники полиции. Предполагается, что выстрел мог быть совершен с балкона одного из домов. Вчера правоохранители совершили обход жилого квартала, сейчас они изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.